Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима с двумя Pokemon Cat Max и Хаосид. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, преступники, полицейские. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. И сегодня у нас первый Димон будет преступник, а мы будем его пытаться зажать. Главная цель — заблокировать, чтобы он не мог двигаться, и тогда мы победим. Ну, если мы это не сделаем, значит Димон смог украсть эту классную, прекрасную машину. Я уже смешно, когда на него смотрю, блин. Ну что, Димон, давай мы тебе даем фору. 10 секунд. Ну, короче, ребят, предыстория. Я типа преступник, который переоделся в Чику, аниматроника, и угнал вот такую тачку. Замечательная машина, замечательная. Я в Димона не могу, это очень смешно. Ребята, оставьте лайк, если это смешно. У тебя просто голова очень большая и машина маленькая. Блин, я не могу, мне смешно. Ладно, Диман, все, давай, 10 секунд. 10 секунд, я все, я побежал, да? Поехал. Давай, давай, тачка, гони на всю. Так, пацаны, когда он только заедет за угол, мы сразу за ним едем. Давайте. Ребята, тут мини-игра такая у нас классная. Если вы еще хотите, чтобы мы такое записали, то пишите в комментариях и ставьте лайки. Так, пацаны, стой, забор, ребята, все въедут? Догоняйте меня. Догоняем, догоняем, Димон. Вы меня сейчас быстро догоните, так нечестно. А я не знаю, куда ты поехал, прямо? А вот вы меня ищите. Давайте по городу. Разделимся. Я его вижу. А как? Я его вижу. Димон, я чувствую, когда ты едешь всегда. Так, пацаны, преследую. Машина без задней двери. Чика за рулем. Где находится? Смотри, ну он еще вырвался. А я не смогу его сам задержать. Ах ты жопа, чуть не врезался. Прикольно, да, Димон? Так, 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 догоняем, догоняем. У тебя машина как будто детская. Машина неповоротливая, нифига. А ну иди сюда. Так, так, так. Прикол. Так, да? Так, так, надо внимательнее. Сейчас, ребята, сейчас мы все сделаем. Будет вообще эпик фейл, если я еще упаду в воду. Ребята, если кушать и пьете, приятного аппетита. Вот, Димас, угораздило меня украсть такую говняшку, а? Есть! Пацаны, блокируй его! Блокируй, блокируй! Нет, не блокируй! О, сейчас по кустам. Есть, пацаны приехали на помощь, молодцы. Жмем, жмем, жмем его, все. Нет, блин. А что ты мне? Что там сальтухи крутишь? Чтобы я 10 секунд не вырывался, да? Ну вообще должны тебя заблокировать, чтобы вообще не двигался, ни 10 секунд, ни сколько. Опа. Надо третьего, надо третьего. Так, сейчас. О, два спереди его можно зажать и сзади. Пик вам. Димон, ну ты хитрый. Хитрый бобёр. Покажите ваше месторасположение. Прием. Четко чувак отыграл. Наше расположение возле аэропорта, недалеко. Все, я оторвался. У меня тачка вообще быстрючая. Какой оторвался, сзади тебя вот чемлю. Да, она очень быстрая, тачка у меня. Ух, я тебе треснул. Это я сам развернулся. Мое движение заблокировано. Есть, 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 я его давлю, пацаны, давайте, кто там? Ну блин. Убегай, Чика, убегай. Есть, 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 сейчас мы его задавим. Есть, есть, есть. Так, вот, 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 нормально. Есть, сейчас получится. Нет. Да, 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 да. Почти. Мы на мосту, мы на мосту. Опа, да. Все, я убегаю от вас. У нас насыщенная здесь бойня. Кулака. Чика, ну ты наглая. Я профессиональный водитель корыт. Есть. Нет, нет, тачка. Зажал, зажимай его сзади. Все, побег, пацаны, побег. Бегу. Стоять. Так зачем ты его застрелил? Офицер. Давайте, так, теперь ладно. Шериф угнал машину по пьяни. Да. А Чика его пытается догнать. Давай, поехали. Даете мне фору, да? Так, ой, я тачку зарезал. Димон, ты сам себя подписал, согласись. Блин, ты меня зажал. Все, давайте, можете уже меня ловить. Все, мы поедем. А я еду, еду бухой шериф. Бухой вообще в говно, просто вот. По-моему, из спецназ тоже девочки. Блин, Димас, ты обманщик. Вы в воду упали, что ли, все? Димас, все упали в воду. Блин, ребята, отставь, Димон, еще машины.
Давай свои машины поудаляю, Диман, давай, погнали. Я вас жду здесь, давайте, чтобы было весело. Вот вы все втроем упали, что ли? Да. Так подождите, вы сами, вы обманули сами себя, меня толкали в воду и упали. Так, сейчас, пацаны, вам тачки поставлю. Давай, давай, три машины, все. Четыре машины. Четыре, наверное, не надо, да? Ладно. Так, блин, что ты удалил-то? Все, давайте. Погнали. Пацаны не могут разобраться, сколько машин будет в гонке. Все. В погоне. Все, мы погнали с тобой, все, ты не, ты уж сейчас не убежишь от нас. Давайте окно. Ого, у меня жизни отнялись. Димон, у меня минус 10 хп, что за говно? Ладно, я, короче, сантехник, ой, не сантехник иду. Шериф начинает бушевать. Пришлось вытащить тачку. Так, что-то тачку не могу залезть, прикинь, а с тачку не залезть. Не знаю. О, залез. Так. Куда они уехали? Мы давай к тебе едем навстречу. Блин, врезался в стол. Вот, блин, чика. Во, нормальное место нашел. Давай, машина на горку не едет. Спасибо, пацаны. Блокируй, блокируй. Я вас обманул. Пацаны, давай. Давайте, сгоните, шериф гонит. Блокируйте. Блочьте, блочьте его. Этого Копатыча. Я сейчас задним ходом буду. Дебас, как тебе задний ход? Я с горки, смотри, быстрее, чем ты задним ходом едешь. Сейчас, сейчас, сейчас. Моя машина с горки за ветром едет 80. А я как-то там на спидометре есть так? Ну я за ветром, у меня там задней двери нет, я по ветру не, чувствую. Сейчас мы тебя догоним. Ого, подача, 65 хп, ну нафиг. Не-не-не-не-не-не-не. Так вы меня сейчас так убьете, у меня там ноги уже поломатые. Так, надо применять тактику феншуй специальную. Давай, феншуй. Это скрыться в кустах где-нибудь. Не получится. Ну! Промахнулся. Так. Димас, все. Вот сейчас тебе точно гранты. Мы втроем уже сейчас. Спасите. Нет, 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 нет. Зажимайте, зажимайте его. Нет, Диман, дай, дай. Подожди, я вспомнил кое-что. Раз, два, три. Смотри, как я буксую задним колесом, Димон. Вышли из машины. Да, вышел. Выхожу, 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 ребята. Выхожу. Выхожу. Стой, блядь. Я полицейскую машину угнал вашу. Вот. Нас убили, переехали свои. Хаос. Ну ты хаос. Так, где мои тачки? А где вы вообще? Так, все, ставлю новые тачки. Преступник скрылся с места преступления. Так, давай его разыскивать. Я на своей машине опять еду. Офицерчик Ореликуса, разрешите огонь? Запрещаю. Ух, так, еле ушел. Блин, да что с тачками? Она что, выпила что-то? Так, я пошел, поехал. Бензин неправильный. Ага, какой-то кислый попался. Так, мы патрулируем, пока найти преступника не можем. Печально, конечно. Не-не-не, вы меня можете найти легко. Он преступник в доках. В контейнерах. А, преступник в доках. А, контейнеры. Хорошо, что меня перевел, Димас. Ву! Вот это сил! Вот это прикольный момент. Так. Он мне воду скинул! Я задержал преступника. Сейчас покажу. У меня тут одно сиденье макларовское. Смотри. Что, Димас, хочешь? Побольше, Димон, разгон возьми. Подальше разгонись. А ускорители, они меня разгонят по-жесткому, Димас. Так, пацаны, только не мешайте, никто там не ходит, а? Офигеть. Так, ну что, Димас, погнали? Давай. Это Гаррис Мод, детка. Круто, Дима, мне очень понравилось. Меня чуть не сбили на машине. Вот это жесть. Камеру отдалю, чтобы понять хотя бы, куда мы летим. А куда летим, Диман? А так просто полетали. Хорошо, мне нравится, как мы летим. Как вы летите? Мне тоже. Димас, мы вообще-то покупаться приехали. Все, высаживаемся. На маяк. О, четко. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.